Я, короче, вообще не понимаю, что происходит, но вроде как все настроилось. Сталкер — это жопа, конечно, какая-то, я прям не понимаю. Что он сделал своим компьютером, я не понимаю. Для такого-то восстановления винды пошло. Что-то не удалось восстановить винду. Что-то, блядь, хуй пойми, а что он мне тут сделал, этот сталкер, я не понимаю. В итоге, короче, он запустился в очередной раз, я не понимаю как. Ладно, поехали. Спасибо всем суперстикеры, которые были, я там все видел, они у меня все остались. Вот. Поехали потихонечку. Надеюсь, что он больше не рухнет. Надеюсь, что он больше не сломается. Надеюсь, что такого больше не произойдет. Здравствуйте всем еще раз. Здравствуйте всем, кто был на прошлом стриме, который был 20 минут. Здравствуйте всем, кто не был на прошлом стриме, который был... Которого... Что с тобой происходит? Игра, ты заебал меня. Что не так-то? Опять сейчас все вылетит нахуй, да? Опять сюда хуй вылетит, да? Ну ждем, надеюсь, загрузит. Я не понимаю, что происходит. Я просто не понимаю, что происходит. Это какие-то эти глюки. У людей лайки кончились, так что едем бесплатно. Да? Ну ладно. А такое чувство, что грузится в первый раз, блядь. Какие-то клиенты, хуенты. Что происходит вообще? Спасибо, суперстикер. Аномалии, может быть. Но это что-то, ну прошлый сталкер работал, просто работал. Этот сталкер что-то вообще не работает. Что за бред, блядь? Сохранения сбились? Вот будет весело, да. Заработал, сука. Отлично, ладно, окей. Заработала, красота, наконец-то. Не прошло и получаса. Хотя, Так, спокуха. Спасибо за персик. Да что же я, мажоры в чате какие? Ангелина Акридова, спасибо тоже. Спасибо тоже. Так, здесь где-то есть аномалия. Этот, как его есть? Я чувствую артефакт. Спокуха. О. Чувствую артефакт. Вот он. Да подожди, своим уровнем радиации. У меня антирадин нахуй надет. Мне вообще похуй на вашу радиацию. Понятно, нет? Так, смотри-ка, нету. Ну, нету. Смотри, у меня вообще ничего не стоит. Это серьезно. Я стою в радиации полностью. Вообще просто вот залез в нее, блядь. Просто вот в нее залез. У меня полная радиация, и у меня еле-еле убавляется хп. Представляешь? Красота какая. Какая красота. Смотри, сейчас упадет. Смотри, сейчас сама радиация просто возьмет и упадет. Да, смотри, она падает. Ебать, красота. Ну, ты понимаешь, да, какие у меня артефакты? А какие артефакты? Они классные, какие у меня. Артефакт, значит, называется колобок. И артефакт, значит, называется выверт. Все, заебись. Из-под выподверта, так сказать, у меня колобок нормально выглядывает. Вот. Здравствуйте, Катя, здравствуйте, да? Проблемы у нас. Проблемы были, но мы их решили. Профессионально решили проблемы, все. Что такое? Помочь сталкерам? Каким? Пойдем посмотрим. Пойдемте посмотрим, что за сталкер просит у меня помощи. Мне, в принципе, похую. Так, я смотрю, я в радиации весь в воде. Но, как вы понимаете, мне и на эту радиацию тоже абсолютно насрать. Абсолютно полностью. Вообще. Моя радиация никому нигде ничего не делает. Так, пацаны, что, с кем воюем? Давайте помогу. Давай, давай. Ой, что это такое? Больно было что-то. Так, а в кого вы стреляете? Еще немного подождем. Подождем. Допинг какой? Да в смысле допинг? Я нашел эти артефакты, в чем проблема? Я их нашел, они у меня работают, я за них, так сказать, жопу практически себе подпалил здесь обо все подряд. Да ну не надо, ну не надо. Так, где мой артефакт? Где мой артефакт? Бля, смотри, хпшка падает. Не справляется, смотри-ка. А что ты так жестко жарит, я не пойму. Ой, бля, пойду-ка я отсюда. Долго бы я здесь прожил, интересно, без моего обвесика. Наверное, и нет. Смотри, сейчас хпшка назад пойдет. Ой, хпшка полетела назад. Колобок заработал, да, смотри. Опа. Спокуха. Опа. Опачки. Опача. Опа, здесь я. Да-да, пацаны, сейчас. Ай, хорошечно, артефактик нашел еще один. Выхожу. Я не понял, что это было. А что случилось? Так, я надеюсь, ты сейчас быстро загрузишься. Да я тебе, твою мать, ладно. Так нечестно. Я, кстати, не знаю, почему. Меня уж побили, что-то взорвалось там. Потому что хпшка у меня, в принципе, еще была. Ладно, помчали назад. Мне нужно, знаете, еще что? Мне нужно еще одну дырку сделать в этом комбинезоне, в моем. И вставить артефакт на бесконечную выносливость. А у меня есть такой, но получше, поэтому это хуета. Так это что дает? Радиация, макс вес плюс 10 кг. Хорошо. Не, ну красота. F5, F5. Согласен, полностью одобряю вашу F5. Так, я вижу, кого они стреляют. Я вижу, я им сейчас помогу. Ага, вижу. Пацаны залипли. Так, уровень сложности у меня уже стоит на опытном, да? Я, по-моему, поднял его в прошлом стриме. Если я ничего не путаю. Я должен был поднять его.
Так, я с этими сталкерами, а с этими упырями один перестреливаю, да? Да что такое-то? Что, блядь, происходит-то? Почему он взрывается у меня ни с того ни с сего? Я не понимаю. Так, уровень сложности еще раз. Опции, игра, ветеран. Все хорошо. Все как положено. Я ничего не понимаю. Так, ну пойдемте зайдем к пацанам. Я не знаю, с этими вообще бандитами они перестреливались. Не, в меня настрелять не могли, потому что у меня какая-то дикая защита вообще от всего. У меня хпшка восстанавливается сама по себе. Хотя не исключено. Я за этим не следил сейчас. Так, лапсы тут утопали. Так, все, задание провалено. Дай хуй. Ладно, цены. Вы, главное, не обижайтесь, потому что я делал все, что мог, но так получилось, что не получилось. Потому что меня вообще с другими бандитами... Я думал, они с ними стреляются. Хотел с ними, короче, просто... Воу! 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 Охуели совсем! Вы что, блядь, и делаете-то? Вы что, сука, черти ебаные? Вам кто, блядь, про... Так, кто сейчас следил за моей хпшкой или нет? Она у меня сейчас убавилась или нет? Мне вот что интересно. Да только, ебать, тут пошел. Я ее сейчас запустил в режиме совместимости этот раз, сталкера, потому что он обычно у меня вообще не запускался. Возможно, это из-за режима совместимости какая-то хуйня вот эта в конце загрузки проскакивает. Ну давай уже, не телься. Да я не телюсь, так, а что такое? 9.39, это для чего патрон для 9.39? Я что, за тебя говорить должен? Завали нахуй-то. Так, 9, это для чего патрон 9.39, я не понимаю. Я не понял. Ну не понял, что, блядь, нет? Потом поймешь когда-нибудь. Через бар шел, да, через бар. Здесь были гранаты, а сейчас что-то их нет. Ну и хуй с ним, собственно. Почему клиптоман? То клиптоман. Я, кстати, нашел свой этот, как его, синий шарик. А то у меня эта хуйня от капли уже сломалась. И ее уже неудобно теребить. А шарик вот, пожалуйста, вернулся. Вернулся шарик. Это, подожди, такой артефакт у меня есть. Спокойно. О, видали? Это такое, что тут желтый, а у меня синий. Вот и все. У меня дневная звезда. Желтая — это ночная звезда. Блять! Желтый — ночная звезда, у меня дневная. Что-то у вас тут теменько стало как-то некомфортно. Да-да? Да-да? Сейчас начнется, да-да? Или нет? Здравствуйте, молодой человек. А если да-да? Чем по... Да, нечасто я вижу здесь новые лица. Ну, что вы хотели бы узнать? Спрашивайте, я слушаю. Так, смотри-ка, а вообще как торговать? Всего наилучшего. Ну, все гранаты я же повыкидываю. Да ёбаный. Да посмотри, блин, какие. Не падает, сука, и все. Зомби, что ли? Не, не зомби. А, это настоящий. Не, я пошел отсюда. Это какие-то не настоящие, они поджигаются. Они не должны загораться. Да, артефакты меня лечат. Артефакты тут могут поискать. Они тут разве есть? О, новый датчик, ебать. Да прекратите, пацаны, вы не настоящие. Дай в пизду. Тут пацаны не настоящие. Или это глюк был? Да что тут за трава летает? Да их тоже... Блять. Они какие-то жесткие. Да ну их нахуй, их ничего не берет. Бля, все патроны расстрелял. Так, ну-ка. Патроны посильнее поставлю. Ебать тебя в рот, ты кто нахуй? Ну да. Ну да. Так, ладно, я сохранялся, не страшно. Так, еще раз меняю патроны. С этих быстрее залетает. О, хуярят, стелят, я ебу! Ну хватит перелетать-то. Да я тебе твой мать! О, блять, кончить гранат. Кончить гранат, спокойно. О, красота. Так, спокойно, F5. Не засасывай. Не надо, F5. А что тут у нас? Ага, ясно, ясно, ясно. Пожар. Спокух, пожар. Сейчас зайдем. Вижу. Ебать, сейчас денежек нарубим. Ух. Да, бля, больно. Не гори, не умирай.
А, под бойню жесткую. Да я тоже думаю, что лучше взять этот, как его. Мне, в принципе, сейчас всего хватает. Вот сейчас конкретно мне реально всего хватает. То есть они в меня стреляют, да, они попадают. Но, блядь, пулестойкость, она прям была бы охуенна. Кровотечение меня сейчас не тревожит. То есть у меня хпшка перебивается. Пси-защиту надо. Но это не так часто встречается она, поэтому я не вижу ни особого смысла. Во, видали? Ну что, ну вот, пожалуйста. С моим текущим бронежилетом и текущими артефактами все без проблем работает. Что я там подобрал-то? Капли, что ли? Капли какая? Нет, глаз. Этот артефакт, внешне действительно напоминающий глаз орган зрения человека, заметно ускоряет метаболические процессы в организме, что способствует скорому заживлению ран. Кроме того, среди бывалых сталкеров бутует поверье, будто глаз способен приносить удачу и радиоактивен. Кровотечение плюс 40, это имеется в виду, что защита от кровотечения. Радиация плюс 2, но мне этого не надо. У меня вот, ну, прекрасный просто вывер. Ладно, давай делаем вот что. Давайте сделаем вот как. Я предлагаю, я все решил, я все придумал. Мы сейчас продаем глаз, берем себе этот булат, возвращаемся назад, прокачиваем бронежилет для двух артефактов, переодеваемся в них, соответственно. Блять. Так, вот этого я не ждал. Да ладно, не убился, ни один. Вот это, блядь, поворот. Вот, мы... Вот, мы, короче говоря... У нас же потом деньги в любом случае будут. Если нам прям что-то очень сильно понадобится, то мы просто возьмем и закупим тот, который нам нужен. И все. Это наступает граната, она слабее. Да и хуй. Просто как бы, ну, это же срок граната. Тем более я кинул прям под ноги ему. И он как бы взял и не умер совсем. Это неправильно. Это совершенно неправильно. Я сейчас стреляю бронебойными пулями, получается, да? Проябываю все патрушки свои. Так, это мое, это не мое. Разрядить, выбросить. Так, Артем Булич, спасибо. Спасибо, мажор в чате. Артем Булич, здравствуйте, спасибо, да. Продолжаем. Так что я все решил. Мы просто берем и покупаем булат. Вставляем в него две дырки. Вставляем в них артефакты. И если вдруг где-то что-то сложное будет происходить, мы подумаем. А так пока реально, пока что меня тревожит только то, что меня стали сильно пробивать пульки. До этого такой хуйни со мной не случалось. До этого меня сильно не пробивали, а потом повысили уровень сложности до ветерана. И поэтому сейчас на ветеране уже стало посложнее. Поэтому я предлагаю купить булат. Вот. Вот, поэтому мы сейчас в любом случае возвратимся назад. У нас будут деньги еще с бронежилета, который мы продадим. Не выебемся. Ой, ла-ла-ва, да, действительно, я возьму. Чё-то тут нет нихера. Ай, ладно. Он, походу, понял, какой анекдот он начал рассказывать, потому что он сказал сразу поновить, ничего нет. А поновить ничего и не было. Анекдот в сделку не входил, да. Так, что-то происходит. Очень много кого-то. Ну, красных точек, смотри, подожди, это бандиты какие-то? Да, бандиты, смотри-ка. На, братва, а вот что я еще слышу? Так, их сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Пять человек. Можно, в принципе, их ебануть. Не надо нахуй мне гранаты, спокойно. Да блядь, ты что-то клинишь-то? Я ебать! Нихуя себе прилетело! Разом сколько гранат, блядь, залетело. Вот что делаю, блядь, ты посмотри. Тихо. Чё-то их оказалось больше, чем я видел. Вот это тебе, блядь, ветеран, вот нахуяривают. Покуха. Чё, работает, нет? Алло. Работает или нет? F5 нажмите. Нажмите F5. Всё работает, окей. Вижу, все работает. Алло, F5 нажмите. Оп. Здесь только один артефакт был, да? Ну хотя хуй его знает, мы были с другим радаром. Это можно еще один, может еще один покажет. Спокойно. Спокойно, я тебе говорю. Не, больше не покажет, значит больше нет.
Бля, сейчас напродаю, у меня деньжищ будет, ебаный гора просто. Мне еще и на второй бронежилет хватит до кучи. Я сейчас столько тут напокупаю. Это какой-то на самом деле, дисбаланс экономики в игре. Ты просто ищешь артефакты, просто их продаешь, и у тебя бесконечное количество денег. Или артефакты здесь конечны. Что-то кто-то рассказывал, что они появляются заново, что-то все вот это вот непонятное, неясное. Деньги потом пригодятся. Ладно, будем копить. А пока посмотрим на заставку. В очередной раз. Очень много заставок в очередной раз. Появляются после выброса. Ну, блин. Артефакты просто добывать опасно. В чем опасно? Вот я сейчас на ветеране хожу спокойно, ебалом танчу все аномалии и просто все собираю. Так что я это... Перерыв? Да, наверное, нет. Сколько стрим-то идет? 1:49 идет стрим. Если сейчас делать перерыв, то придется стримить еще, наверное, час. А там сейчас этот вот этот футболчик я хотел сегодня посмотреть, интересный. Который вот этот прям, такой интересный футболчик сегодня хотел посмотреть. Там Франция, Португалия, что ли, или кто-то с кем, что-то типа того. Так, ну сейчас смотрю, это программа телепередач, смотрю. Так, тут у нас, значит, какая-то хуйня. Блять, он хуй не на том канале будет показываться. Мне такой канал не работает, нихуя. Блять, мне такой канал не работает. Ну я что могу? Ну, блять, ой, нахуй. Футбольчик? Ну там чемпионат Европы же идет. Там же идет чемпионат Европы по футболу. Футбол без сборной России не интересен. Наоборот, там хотя бы люди играют, вообще. Во время загрузки можно разминаться, действительно. Эх. Во время загрузки можно делать перерывы просто. В интернете посмотреть. Да там сейчас что-то все поломали, хуй посмотришь. Какие-то на везде телефоны вводить, какие-то регистрации везде. Ебаный в рот туда, и это сюда, блядь. Потом спам этот сраный на телефон везде разъёб. Ой, блядь, это так все сложно. Невозможно. Можно, конечно, найти эту трансляцию какую-нибудь на их левых сайтах, но там качество, наверное, будет прям говнецо. Прям хуета будет качество, если что. Так, я пошел дальше. Я, кстати, уже так привык к этому звуку, этого вот этого детектора, что даже его не замечаю. Спасибо, суперстикер, кстати, спасибо. Так, я сейчас где? Защитить лагерь, это мне неинтересно. Мы сейчас идем продавать артефакты, правильно? Идем продавать артефакты к академику товарищу Сахару. У меня есть, короче, там оплаченная программа одна для этого телевидения. Но на ней не показывают. Там написано «иди нахуй». Нам, говорит, правообладатель не разрешает это показывать. Так что пошел-ка ты в жопу. Чё, блядь? Все хотят, короче, показывать на своих сайтах и показывать там свою рекламу крутить. Хуйню вот эту всякую. Поэтому нет. Поэтому нет. Так, иди сюда. Чем пожаловали в мою скромную лабораторию? Я пришел тебе продать кое-что, красавчик. Открой. Направляйтесь к лифту. Всего так, смотри-ка. Раз, два. А что ты дешевле-то покупаешь? Ты ничего не попутал, хуй. 16 косарей. Неплохо, неплохо. Неплохо, неплохо. Так, у него патронов прям полно, да? Хорошо, хорошо. Так, торговать. 20 тысяч. Отлично. Просто прекрасно. Где тут база сталкеров? Где она? Где вы тут говорите, база сталкеров есть? В НИИ Агропром где-то база сталкеров. Где? Вот это вот, я не вижу здесь ни одной базы сталкеров, о чем мы говорили. Базы сталкеров тут нет. А, это инвентарь. Ну и ладно, пойдемте тогда по заданию. Пойдемте по заданию. Я просто не понимаю приколы. Это, блядь, типа все федеральные каналы. Возможно, еще не все. А федеральные каналы должны показывать из любой вообще жопы. Просто из любого, блядь, утюга должен федеральный канал показываться бесплатно и без всяких регистраций. Какого вообще хуя я должен где-то регистрироваться, чтобы посмотреть федеральный канал? Это же телевидение, ебаный в рот! Его же, блядь, пропихивают в каждую хуйню. Почему я должен регистрироваться, чтобы что-то смотреть? Ну что это за глупость? Спасибо, суперстикер, спасибо. Что это? Что это? А, это эти. Здорово, пацаны. Я сейчас соберу вот здесь, что-то у меня лежит, и потом пойдем. А ты, блядь. Что, наверх? А? Запрятали, как смотри. Не понял. А, еще сложнее. Здорово, наемник. Здорово. Во время операции четко слушать меня. Ясно. И чтоб без самодеятельности. Хорошо. Бля, дай запрыгну, пацан. Ну даже какой жадный. Сука, как мне залезть-то?
Большое сохранение, давайте это сохраниться. Сохранить, окей. Обычное. Что-то я не понимаю, как сюда залезть. А, понял. Да, ёпта. Ладно, пригодится. Главное теперь вылезти отсюда. Хорошо. Так, ну пойдемте. Ты главный-то. И чё? Чё, там всех убили? А, ты главный. Так, наемник, я получил информацию от Сахарова. Ну и каша тут творится. Видишь разлом в стене? Нам туда. Самый короткий путь к установке. Ты следуешь за мной и не суешься вперед, ясно? Мы с ребятами разработались, а ты будешь только путаться под ногами. Ну ясно. Окей, без проблем, пизду. Левша, уровень пси-излучения минимален. Начинайте операцию. Все наши надежды только на вас. Удачи. Отряд, выдвигаемся. Короче, прикол в том, что у меня нет телевизора, ну антенны. Никакой. Поэтому я не могу смотреть телевизор с антенны. И я если его смотрю, то смотрю через интернет всякие эти. А вот там надо везде регистрироваться, чтобы что-то посмотреть. Вот это заебется. Так, ладно, пацаны, идите, вы сказали вперед не соваться, я не суюсь. Нихуя десант пошел, смотри. Давай, 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 вперед. Вперед, погнали. Как из Вольфенштейна прям. Так, я пошел. А если я по стене пойду? Бля, по стене нельзя. Так они сейчас все умрут, а мне какая разница? Он сказал вперед не соваться, я и не суюсь. Так, сколько времени сейчас? 4:26, светлеет. Светлеет, светает. Какой? Где гранат? Блядь, туда гранат уже кидать опасно. На, на. Ну, в принципе, смотри-ка, они справляются, по-моему. Кушай, скотина. Я им, конечно, помогу чуть-чуть. Чуть-чуть, самый малый просто помог и все. Еще один, блядь. Опоздавший. Ни у кого уже нет телевизора. Да есть телевизор у всех, просто все говорят, что у него никого нет. У меня вот есть телевизор. Хотел посмотреть себе артефактики. А что-то их тут походу нет. Для чего же мы включали эту херню? Если здесь спокойно, как бы, точнее, ничего не помогает. Ну подождем, что, подождем. Не, ну а что делать, подождем. Что нам еще остается? Так, давайте я сначала найду, пока грузится локация, я сделаю вот так, смотри-ка. Ага, смотри-ка, вот так вот. Ну, смотри-ка, вот так, раз, два. Ага, вот так вот, два. Мне же нужно дойти, где я буду смотреть. Или не нужно? Так, ну-ка вот так, допустим. Так, вот смотри, это прямой эфир, хорошо, поехали. Вот, зарегистрируйтесь и получите доступ, а так идите нахуй. А я не хочу регистрироваться, я хочу так смотреть, понимаете? Зачем я должен у вас регистрироваться? Объясните, пожалуйста. Я не хочу у вас регистрироваться. Я не хочу у вас регистрироваться. Я хочу спокойно смотреть, блядь, без всяких регистраций. Какого хуя, собственно, вы мне заставляете регистрироваться в ваших вот этих непонятных вещах? Так разве можно, нет? Мне кажется, так нельзя. Они говорят, регистрируйся, понимаешь? Так. Тут говорят, идите нахуй, хорошо. Ну и что вот делать? Что вот делать? Я не знаю, что делать. Я не хочу регистрироваться, в этом весь прикол, понимаете? Я не хочу там регистрироваться. На Твиче полно трансляций. Ну и что? Так, а то качество большое здесь нет. Нашел что-то. О, смотри, что-то показывает. Но качество, конечно, говно. Что-то я не знаю. Ой, не знаю. Ты ничего не загрузил еще? Не знаю. Нашел, короче, что-то, но качество говно. Почему я должен регистрироваться? Зачем? Объясните, пожалуйста. Ведь ладно бы, блядь, с почты сделал регистрацию. Так нет, они говорят, блядь. Они говорят, телефон, давайте нахуй. Чтобы мы потом его куда-нибудь отдали, и все, и пиздец, и спамили бы вам всякой хуйней. Нет уж, нет уж. Так, вон побежал, кстати, и я за ним бегу. Ебать, он щемит. Так у меня в глазах все разъезжается. Не, ну серьезно, ишь, качество хочет высокое, да еще и бесплатное. Это федеральный канал. Все федеральное телевидение должно быть бесплатным. Оно и есть бесплатное. Наемник, прекрати погоню, иначе погибнешь. Пошел ты нахуй, стрелок лох. Так, F5. Да когда эта хуйня пропадет? Надоело уже. Так, такие патроны мне не нужны. Или нужны, возьму пока. Я просто не понимаю, от чего, у меня столько пушки еще нет. Ну блин, на Twitch, они там же банят, наверное, постоянно. Ток начнешь смотреть бан, ток начнешь смотреть бан. Тут бан, там бан, блядь, кругом одни баны, нахуй. А я хочу спокойно сесть, не париться, смотреть.
А мы, по-моему, здесь не были в такой локации. Я не помню, что была локация «Рыжий лес». Ее не было в «Тенях Чернобыля». Вот этого я всего вообще не видел ни разу. Как же легко ты стал после этой секунды. Во-во-во-во-во-во-во-во! В смысле, пацаны, вы чего делаете-то? Я, блядь, даже не успел зайти, вы уже мне хуярите меня всего. Вы что, ебанулись? Вы чё, сука, псы? Попутали, блядь? Смотри, что делают, суки. В засаду меня загнали. Опа, спокойно. А, трёшечка нахуй! Трёхочковый, хорош. Так, а где мне было сохранить? Я надеюсь, в этой локации или в прошлой? Нет, как и болот, только в этой части. Ну, я говорю, не видел. Бля, я смогу! Нет, не смогу. Ёбаный гранат. Нормальное такое сохранение, да? Прям ровно перед пацанами. Ровно перед стреляющими пацанами. Прям классное, просто отличное. Это какое? Ровное, отличное сохранение. Нужно разворачиваться, теперь бежать. Тут монстры в сумасшедшие. Да хватит меня шмалять-то, пацаны. Хорош, завязывайте нам. Опа, ушел. Так, допустим. Теперь вот здесь надо сохраниться. Вот так. А теперь поехали. А теперь помчали. Бля, гренки, конечно, жесткие выдают они, ничего не скажешь. Ну отсюда я не подстрелю кого никого вообще. Да что такое синий кровотечение? Это синий. Охуеть, как вы в меня попадаете? Как они в меня так попадают? Мне кажется, это неправильно. О! Я с такой этой, блядь, до них не добью. Я подорвал, так что остановить меня не получится. Я все равно попаду в центр зоны. Чего бы мне это не стоило. Так, ладно, минус один, хорошо. Помоги нам, а то будет поздно. Кому, блядь? Не пускайте его в тоннель. Хорош. Сразу в голову красивой в пять. Вовремя, красиво. Помоги нам, а то будет поздно. Снизу идет спокойно. Одни мы не продержимся, быстрее. Опа, еще раз снизу, аккуратно. Может, с калаша хуйнуть? Мне кажется, он испортился сильно. Наши хвалят, ты где? А есть бронированный патрон? Бля, есть. Но их мало, да? Это ошибка, что их 45. Точнее, 441 — это ошибка. Их не может столько быть. Хорошо. Помоги нам, это будет. Хорошо. Поздно. Но это совсем другое дело. Нет, подожди, их все равно могу сбить. Дурачок, отлично. Так просто не возьмешь. Болт вам ржавый. Все, мужик, не стреляй. Наш друг пропал. Мы упустили его. Он ушел в сторону выжигателя. А там и до центра зоны недалеко. Для нас путь через выжигатель без прототипа. Единственная для нас возможность догнать стрелка — пройти через Лиманск. В сторону города ведет тоннель, он сразу за мостом. Это единственная известная дорога в город. Опустить мост можно только с другого берега. Наши хвост, его контролируют бандиты. Елки. Ведь должен быть какой-то способ перебраться на тот берег. Может, есть другие варианты, не только мост. Так. Если кто и поможет попасть помоги в Лиманск, нам, то будет поздно. Но только лесник. Говорят, этот старик может найти безопасную тропу даже там, где раньше не бывал. Лачуга старика находится на окраине Рыжего леса. Наемник, найди лесника. Наши хвалят, ты где? Ведьмин друг. Да какой ведьмин друг? Чё ты доебался? Какого лесника? Где его возьму? Одни мы не продержимся, быстрее! Одни мы не продержимся, быстрее! Чё, блядь, за бред? А чё, я не могу просто в воду спрыгнуть, там всех убить и открыть мост? Что это за вот эти непонятные условия? Мне вот это уже очень сильно похоже на метро. Когда драка была с боссом каким-то медведем или чем-то, очень сильно похоже. Дружище, тут монстров с ума сойти, выручай! Наши хвалят, ты где? Лиманский заповедник. Одни мы не продержимся, быстрее! Ой, что такое? Винтарь ВС, это для него патрон, да? Так, дай-ка посмотрю. Что за винтарь такой? Ёпта. А у вас у всех такие патроны? Наши хвалят, ты где?
Так, зачем ты это взял? Что такое винтарь ВС? Это что-то хорошее? Ну, типа прицел большой. Это прикольно. Одни мы не продержимся. Быстрее! Да не кричи ты нахуй. Что ты ко мне пристал? Я не пойду к тебе. То ли медведь, блядь, где-то ходит, то ли что-то, я не понимаю. Наши хвалят, ты где? А, вот, да! А, блядь, собаки. Пошла нахуй, собака. Ты на меня не выебывайся, это бесполезно. Я пока возьму вот эту хуйню, она все равно слабо стреляет. Но для собак пойдет. Помоги нам, а то будет поздно. Че он на меня орет постоянно? Одни мы не продержимся, быстрее! Хорош. Артефактик подобрал. Не-н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 е
Что за артефакт? Так, какой-то новый потом. Какой-то новый потом почитаем. Такого мы еще не видели. Плюс денежки. Получается, артефакт нужно просто копить, потом относить их к сахару. При этом вычитать их за стоимость, за стоимость за проезд туда-сюда. Отбили, слава тебе, Господи. Наконец-то отбили, хорошо. Все, блядь. Опять я все сделал, не приходя даже на место. Мне и так нормально. Так, секунду, пацаны, я еще раз осмотрю аномалии. Вот еще одна есть. Ага, и здесь тоже есть артефакт. Ну, хорошо. И где он? Подобрал? Или не подобрал? Не понял. Он пропал, что ли? Блять, съесть. Съешь это все. Не, подожди, я не подобрал его или что-то уже? Да бля, отста, говорю, отста от меня, отъеба, ну пожалуйста. Да, блять, собаки. Спасибо, суперсекер, в воздухе был. Ничего не понял, я его подобрал или нет? Так, спокуха. Почему постоянно у меня перезагрузки начинает с бинокля? Не подобрал. Не подобрал, сейчас найдем. Я что-то, я вроде посмотрел, нигде не был. Так, нет, не с этой стороны. Вот с этой было надежнее. Отпусти! Отпусти, отъебись! Уйди нахуй! Дай выйду! Да иди твою мать. Что такое? Артефакт в аномалии может распасться. Это как так? Как понять распасться? Артефакт — это же основное сердце аномалии. Что за бред? А нужен ли он мне или нет? Вот вопрос хороший. Да бляха му. Ну едь твою мать, вон он валяется, сука. Да выпусти ты меня, ёбаный живрот. Почему я когда-то выбегал, а теперь не убегаю? Чё за бред? Ну, болты помогут, если, ну, прям вот как-то коридорами ходить, но мне кажется, они засасывают сильнее, чем болты. Точнее, они засасывают, вот, типа, есть аномалия, вот тут, типа, нет ничего, ты здесь идёшь, он тебя всего присосёт. Они как-то так работают. Блядь, я же в прошлый раз его подобрал нормально. Вот иду, хорошо. Сюда уже нельзя. Сюда тоже нельзя. Сюда нельзя. А куда можно? Сюда можно. Сюда нельзя. Сюда нельзя. Сюда можно. Ну вот видишь, опять сосешь. Детектор с пистолета можно, а зачем? Его же не видно, сам артефакт, пока до него не дойдешь, он не появится. Это как-то весьма странно, блядь, что артефакт в принципе есть, но его не видно, пока ты его не найдешь. Он где-то прям вот здесь вот лежит, а там вот эта хуйня. Во, подобрал. Хорош. Второй. Не, я в прошлый раз его не подбирал. Ебать, золотая рыбка плюс 30 килограмм. Артефакт «Золотая рыбка» является результатом сверхвзаимодействия гравитационных полей, обладает ярко выраженным направленным гравитационным полем. Способен значительно увеличивать переносимый сталкером вес, из-за чего пользуется огромным спросом.
Так, а гравий. Артефакт образуется при длительном гравитационном воздействии на металлосодержащие вещества. Способен поддерживать антигравитационное поле. Многие сталкеры используют его так же, как и артефакт «Ночная звезда», чтобы заметно уменьшить вес рюкзака. Радиоактив. Ну, это все, конечно, хорошо, но мне оно не надо. Но они дорогие очень сильно, не поспоришь. Так, как, блядь, пройти назад? Что-то их тут прям много, этих страшных мест. Два артефакта на одну аномалию, прям красота. В смысле помираем? Что случилось? А почему мы помираем? А что случилось? А что, не справляется у меня, что ли, артефакты, не пойму, или что? Что не так? Что за херня? Ты что, ебать? Да не то я использовал, твой. Ну и ладно, ничего страшного. Здорово, пацаны. Белая собака. Ну, привет. Ебать. Здорово. А что я сказал, к вам шел? Просто чтобы вы на меня не орали постоянно, что я к вам не иду. Найти пространственную аномалию. Ну, пойдемте. Поговори с синим, подожди, а что там с ним? Это же обычная группа, которая куда-то отведет, и все. Я и внимания не обратил. Пройти помогут. Так, ну-ка. Даров, наемник, привет. У нас к тебе дело. Мы, как ты понимаешь, сюда не по грибочке пришли. Рядышком есть аномальная зона, так там артефакты чуть ли не россыпью лежат. Как туда пройти, я знаю, только идти надо через лес. А место это, сам знаешь, здорово гиблое. Проведешь нас до места, да там чуть посторожишь, а мы тебе артефакт уже не подгоним. Давай, пошли. Рванули. Выходим. Эх, ведь говорили мне, не ходи в зону. Запарили уже эти тревоги. Только я подремать собрался. Они боятся каких-то собак, что ли? Так у меня же на карте нарисовано, куда идти. Почему они сюжетные? Почему я без них не дойду? Так, ладненько. Вот тоннель. Я что, блядь, его не увижу, что ли? Что, все, идти? Я пошел. О, бля, бегут собаки. Так, спокуха. На нахуй. А что тут? Бля, ебать, дурачок. Ты прям на эту хуйню налетел, да? Пацаны, можно меня, пожалуйста, в спину не стрелять? Я как бы за вас. Ебать, танцор. О, нихуя перекатывает. Ебать, Dark Souls. Куда патроны все пропали? Был же дохуя нарисованный. Я их продал тоже. Парни, не расслабляемся. Я что-то не помню, что патронов так мало. А, бронебойный еще есть. Немного подождем. Ясно. Ясно, ясно, ясно. Пойдемте, пацаны, ну, вы что? Подождем еще. Не-не, пошли, пошли. Что мы, хуже того? А я только разошелся. Давай, мужики, идти пора. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Чего вы там, чего вы там? Чего вы там тупите-то? Пошлите. Бля, они застряли. Вы че? А, так пошли. Их может разогнать опять? Так, пацаны, расходитесь. О! А, все, я понял, проебался. Ну так нечестно. Я просто подумал, как тогда. О! Работало. Дождись. Один что-то устал. Ты что устал-то? А что? Саня окурок взял и уснул, блин. Ну как хочешь, дело твое. Он устал просто, и все. Так, F5. Огонь, огонь! В кого, в кого? Никого не вижу, в кого огонь-то? А, вот вижу огонь. Вот один дурачок вижу. А, много дурачков вижу. Так, ладно. Давайте-то вот так вот сделаем. Бронебойными постреляем, но я думаю, это смысла-то мало. Тихо! Во, какой здоровый, подойдем. Ебать! Это главарь, что ли? Эту хуйню же просто так не убьешь, что ли? Да блядское оружие, что там клинит? Так, лишь бы не в меня, лишь бы не в меня, лишь бы не в меня, лишь бы не в меня. Я ебал, лишь бы не в меня. Лишь бы не в меня, лишь бы не в меня. Ай-яй-яй, уебу, уйди нахуй. Да твою же ж мать, уйди. Псевдогигант, да ну лошара какой-то. Так а время-то сколько, вы чё? А я ещё даже не нашел где смотреть, а вы уже время 10. Вы чё, в 10 начинается все? Вы чё, в 10 все начинается, вы чё? Может закончим, начнем сразу с стрим сразу с босса? Так, ну-ка я вот эту хуйню возьму. А, у неё всего 10 патронов, ну и что? Так, вон он бежит, сука.
Чего-то никак в него не попадет. Да как ты, блядь, быстро кончается, патроны у тебя. Ёбаная курица. Да все патроны в неё высадил, вот что бронебойный. Все, один патрон остался. Еба, пацан улетел. Так, покуха. F5. Он вообще умрет? Да хватит клинить-то, собака ты сутулая. А если сейчас в меня пойдет? А он в меня идет, да? Бля, он в меня идет. И что делать? И что делать, да? Он в меня идет, я ебу. Где ты? Ты что, помер? Ебалашка, ты где? А, вот он. Да хорош, так уебут. Нихуя ты так не делаешь. Не надо так делать, не надо. Со мной, бля, такое, я не лох, понятно? Иди. Да заебало клинить, тварь! Уходим. Спокуха. Спокуха. Лошара, блядь. Здорово! Тоже лошара, ты ебаный. Сдох. Что ты сделал? Ты чё? Бля, мудак. Спасибо за суперстикер. В смысле? Чё за хуйня? Да ладно, серьезно? Серьезно, серьезно? Прямо так и было, да? Что-то я не верится. Ебать! Хорош, блин. Так, пойду-ка я в упор. Пока он этих всех постреляет, я его, блядь, сам убью быстрее. Так, не от меня отъебись, слышишь, ты, танцор ебучий. Пошел нахуй. Так, F5. Говно! Да блядская эта ружьишка, ты такой уебищный, я прям не могу. Спокойно. Отходим. Уходим. Ладно, ладно, живем спокойно. Тихо. Вот ты смотри, что оно делает, блядь. Я только становлюсь стрелять, оно заклинивает, сука, сразу. Смотри, что делает, блядь. Каждый, сука, шаг заклинивает. Каждый раз оно заклинивает. Сдохла, тварь. Вот и все. И ничего у твари нет. Ну, беда. Ну, беда. Так, и что для меня припасли? Ящички. А что, все пустое? Не понял. Ну, пацаны, я же вас проводил, что вам не нравится? Кто вас просил, блядь, в бросаться в самую? Так, ладно, F5. Давайте на этом на сегодня заканчивать. Сохранить. Вот это вот. Сохранить. Продолжим в следующий раз. Спасибо всем, кто был. Добро пожаловать всем новым зрителям, подписчикам, спонсорам. Спасибо всем за суперстикеры. Всем до встречи, до следующего раза. И так сказать, как он будет, так он будет. А пока что все. Всем до свидания. Всем пока.